Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Ведущий впервые увидел родственницу лишь после смерти отца. Телеведущий Борис Корчевников рассказал в эфире программы «Судьба человека» о своем знакомстве со старшей сестрой, которое произошло на похоронах их отца. О своей встрече с родственницей артист поведал во время выпуска с актером Олегом Комаровым. Ведущий признался, что впервые увидел сестру Наталью, которая оказалась старше его на 12 лет, в 2015 году после смерти родителя. Длительное время они не общались, однако сейчас родственники поддерживают хорошие отношения. Борис жалеет о том, что не смог увидеться с Натальей раньше, когда отец еще был жив. Более того, знакомство произошло при весьма печальных обстоятельствах у смертного одра Корчевникова-старшего. По словам знаменитости, судьбоносная встреча оказалась довольно странной. «Мы не поняли, почему отец нас не познакомил раньше», — признался Корчевников в эфире выпуска «Судьба человека». По словам телеведущего, многое в семье зависит от родителей. А знакомство с Натальей состоялось, когда они уже были взрослыми людьми. В настоящее время сводная сестра Корчевникова работает учителем в школе. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!